Путешественник практически не сидит на месте, и для него нет невозможного. Камиль Зиганшин уже побывал в труднодоступных местах Уссурийской тайги, Полярного Урала, Кавказа, Восточной Сибири. Также в его списке Гималаи, Патагония, Кения, Огненная земля, Перу, Эквадор, Бразилия, вулканы Чили, Аргентины и другие уникальные места нашей планеты. Помимо путешествий, всесторонне заинтересованный человек успевает заниматься общественной и авторской деятельностью. Член Союза писателей России Камиль Зиганшин является учредителем благотворительных премий и председателем Республиканского фонда защиты диких животных. Если вы придете на эту встречу, то, безусловно, получите огромное удовольствие. Самые активные слушатели получат еще и подарки от писателя. Это будут книги с его автографами. Но для того, чтобы стать активным, нужно обязательно зайти на сайт www.ziganshin.ru, познакомиться не только с его творчеством, но и вообще с видами и родом деятельности этого человека. Ну и, конечно же, прийти 23 мая в 11 утра во Дворец творчества.